Сегодня хоть за скилл позишн попробую. Ты знаешь, существует несколько мнений. Кто-то по поводу твоего контракта с Rebels. Кто-то говорит, что все-таки ограничились двумя чизбургами, а не Big Tasty. Слушай, там вообще на шаурму, короче, несколько купонов было. То есть там была акция, 10 наклеек собираешь, и тебе шаверму в подарок. Мне дали 4 таких купона, и, в принципе, на этом мы остановились. Но это только на регулярку. То есть если на плей-офф... Обсуждалось такое, про да. Плей-офф было разговор. Есть реальные шансы, когда усиление. Вот еще Олегом год. Усиление или не нападение вообще значительно. Огонь. I'll be back.